Машка, познавашка. Оранжевый. Оранжевый автобетоносмеситель. Точно, точно! Они в своем кузове перемешивают бетон и заливают его куда следует. Это очень важный этап в строительстве. Потому что фундамент должен быть крепким-прикрепким. Ну вот, и здесь уже все готово. Фиолетовый. Фиолетовый автомобиль. Этот автомобиль называется седан. У него длинный капот спереди и длинный багажник сзади. Внутри такого автомобиля есть по два ряда сидений. Седан из всех автомобилей встречается чаще всего. Коричневый. Коричневый внедорожник. Серый. Серый грузовик. Это моя любимая машинка. Грузовик, фура. Она состоит из тягача и длинного-длинного прицепа. Черная полицейская машина. По машинам. Быстрые, как ураганы, их боятся хулиганы. Даже трое хулиган вот попадутся к ним в капкан. Полиция! Йой-йой-хоу, йой-йой-хей, выручай, полиция, скорей. Оранжевый. Фиолетовый. Коричневый. Серый. Черный.